В отдел полиции номер 6 обратился молодой человек 1993 года рождения. Он сообщил, что из его квартиры пропали денежные средства в размере 10 тысяч рублей. На место направили следственно-оперативную группу. Стражи правопорядка выяснили, что потерпевший ночью распивал спиртные напитки в компании знакомой. Проснувшись утром, он не обнаружил ни девушки, ни денег. Стражи правопорядка провели комплекс необходимых оперативных мероприятий, составили ориентировку, изъяли следы пальцев рук. В результате сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась нигде официально не трудоустроенная жительница Ромашевского района 1994 года рождения. Злоумышленница созналась в содеянном. С какой целью совершали преступление? Просто, не знаю, для себя хотела денег. Вину свою признаете? Да. Содеянном раскаиваетесь? Да. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.